Разнообразие. Бог сотворил картину, она только одинаковая, с бородой. Если вы зайдете в храм Божий, Христос с бородой, апостолы с бородой, пророки. Посмотрите на Достоевского, Льва Толстого, на Солженицына. Я не спорю, да, они, но они относились, они себя считали христианами. Не все же христианами. Это христиан, я называю их христиан. Посмотрите, это написано в Библии. Все герои, это единственные книги без поправок. 3600 лет ей. Все с бородами. И когда бороды остригли у слуг Давида, которые в посольстве были в другой стороне, сочувствие царю Наасу, что умер, Давид сказал, живите в Иерихоне, городе проклятия, пока бороды не отрастут. А им пол бороды обрили. И написано, они были очень обесчещены. А когда дочь Иакова вышла, ее там князь, княжеский сын изнасиловал, она была только обесчещена. То есть это хуже, когда тебя опустят, как в тюрьме делают мужики. Бритье хуже самоизнасилования. Ну, откуда вы... А вот как вы объясните то, что священников очень много, даже вот если вы посмотрите там, наберете даже в интернете любой священник, вот, недалеко не все священники ходят с бородами, я лично встречал. Да, это Украина, источник заразы в этом отношении заражает. Нет, я про российских священников сейчас. Еще я про священников говорю, она туда нам засылает. У нас на 100 священников, примерно 80 с Украины. И они, все они с католиками там окатоличенные. Вы посмотрите на картину, пишет Рафаэль, Сикстинская Мадонна, папа Сикс с бородой. Это католики. Да это не было у них до разделения в 1054 году. Господь призывает к истинному служению у нас. Он умер за нас, Иисус. Воскрес, чтобы мы жили для Бога. Жили свято. Будьте святы, как я свят, говорит Господь Бог. Хорошо, ну это для христиан, допустим, может быть, им бороду и надо носить. А почему есть же много людей, которые не считают себя христианами? Ну все, написано много званых, мало избранных. И у Бога определенно есть рай, есть ад. И ад наполняется. А они не такие, ну, враги Божии. Вот в рулетке здесь я сатанист, открыт, говорит, я сатанист. Другой, а я неверующий. Здесь всякая мразь все загнали. Так что? А чем плох сатанизм? Ну, тем, что ну, это враг Божий, сатана. А вы возьмите, вы не запомните, если я вам скажу, есть такой ролик, недавно вышел, называется «Интервью с дьяволом». 12 минут смотреть. Прямо дьявол сидит с журналистом в лесу, и дьявол ему говорит и показывает все. Откуда он пал с неба, как его Господь сбил, что здесь есть. Интересно, он вынимает эту сигару, откусил, плюнул. А журналист говорит, и вы курите? А он засмеялся. Вы спрашиваете того, кто это изобрел. А где, откуда ты? Говорит, откуда ты? Он говорит, показывает. Я проводил кампанию, вы сами знаете. Я занимал высокий пост, то есть у Бога там на небе. Но я нарушил все правила, и вот я здесь нахожусь. То есть он сбитый оттуда. А что вы? Самая большая ваша победа какая? Он говорит, то, чтобы люди принимали меня, что меня нету. Меня нету. Меня не существует. Все добился. Остальной человек творит, а он ему подсовывает. Блудите. Вот эта рулетка. Это же блудилище, Содом и Гоморра. Самое срамное. А как государство терпит? А так и терпит. Лучше будете сгнивать здесь, чем на Майдан пойдете. Правителей смещать. А уже блудники, они никуда не пойдут, они валяются и пьют непрерывно. То чай, то что-то. Почему? Геенский огонь, блуда горит в них. Понятно. Если вам хотите узнать больше, вы зайдите по скайпу Игнатий Лапкин. И я вам скину огромные наши ресурсы. Вы относитесь к какому-то к традиционной православной церкви? Традиционной православной. Молимся за патриарха Кирилла, за все священство. К нам приезжает митрополит, мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ну, знаете, у нас с вами разные, скажем так, какой смысл в том, что я... Допустим, вы еще не знаете, что разные. А Савл, гонитель, был еврейский. И Савл гнал церковь, казнил людей. Но вот на пути в Дамаск его сиял свет, встретился со Христом и стал самым великим апостолом. Так что вот меня судили, когда за Слово Божие, следователь обратился, принял крещение.
А я бы сказал, да ну он проклятый, а я молился за него. Господь, коснись сердца Виталия. И он обратился. А это при советской власти у вас? При советской власти. 86-й год. А тогда-то уже, тогда вроде уже гонений не было. Не было. Меня в 86-м только осудили, я по этапу пошел. 5 тюрем за плечами и лагерь. А уже в 91-м только реабилитирован 4 января. За что? За Слово Божие. Я 50 книг в аудио. И первый в стране насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына, кто он в студии, распространил по всей стране. И брал интервью у репрессированных и стихотворение про Ленина. У меня 4 тома стихов по 800 страниц. Про Ленина, понятно. Если вы зайдете по скайпу Игнатий Лапкин, я говорю, я скину вам на наши ресурсы. А вот сейчас можете так, канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот зарядите. Сейчас. Это вам не помешает. Умный, говорит, знает и спросит, а глупый не знает, не спросит. Сейчас я запишу. Давайте, канал «Во свете Библии». Угу. Это так, «Во свете Библии» это... Как канал? Канал «Во свете Библии», название моего канала. Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Да, записал. Так, ну и... Когда будете смотреть, у нас 17 400 роликов. Хорошо, а на какую тему вы снимаете? Знаете что? Вот если вы зайдете теперь не на YouTube, а через Google на сайт, точно так же, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, и там вы увидите у меня 43 написанных мной книги. Я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Это разбито на 55 папок. И вы найдете там вопросы совершенно разные. Политика, экономика, социология, будущие судьбы мира, врачевство, семья, дети. Я начальник детского лагеря, только 45 лет был, сам основал его. Строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Мы делаем то, что никто не делает. И там увидите фильмы, снятые про нас, занявшие документальные, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм о моей биографии «Златоусы с Потеряевки», первое место в России. Вам будет очень интересно. Человеку это нельзя сделать, только Бог это делает через него. Благодать Божия. Я понимаю, но я вообще, дело в том, что я интересуюсь разными, так сказать. Вот вы найдете разные. Там разное. Там беседы, вот в чат-рулетке, только у меня по чат-рулетке беседовал, записано примерно 300 видеороликов. Вам будет очень интересно это. Хорошо. Ведь у нас хорошая была беседа, потому что вы не матерились, не пили ничего. Это нехорошие признаки порчи души. Оскорблять смысла я не вижу, если человек не согласен со мной в чем-то. Есть такая поговорка, говорит, диалог не удался, переходим сразу к оскорблениям. Да, отчасти верно. Так, вот если вы зайдете по скайпу на меня, я все материалы вам скину и отвечу на ваши вопросы, какие есть. Можете прийти с товарищами. Вам будет это очень интересно, повторяю, очень. Я много лет вел занятия во всех отделах милиции, 5 университетов, 13 школ, воинские части, заводы, фабрики. Я отвечал на многие вопросы, любые. Что говорит на ваш вопрос Библия? Что говорят святые отцы? Патрология мини – это 300 томов, это каноны, 719 правил, и жития святых, 1173 биографии. Что в это, вопросы, как они входят? И мировая поэзия, 300 поэтов за 300 лет. Понятно. Так что, чем вы бы не интересовались, мировое искусство, прогресс, там, найдете суды, там, еврейский вопрос, мусульманский, это, скажешь... Я мусульманами знаком, у меня есть. Один том посвящен Корану. Я разбираю по сурам и аятам сравнение с Библией. И расхождение у нас с ними 5216.
Вам будет очень интересно, я много беседую с мусульманами, и у меня, когда книги вышли в печатном варианте, 38 томов, Господь положил на сердце подарить библиотеки мира. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, порт Находка, а потом отсюда забросили книги границы, дошли в Португалию, Лиссабон, прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 516 остановок. И сделали подарок библиотеке на 35 миллионов рублей. При пенсии моей за 35 лет рабочего стажа у меня пенсия сейчас 8141 рубль 33 копейки. Вот Бог какие чудеса и творит. Вас как звать-то, говорите? Да... Меня Денис. Денис? Так, минуточку. Сейчас я гляну, это вот церковный журнал. Понимаете, иногда они, эти имена даются... Сейчас я гляну. С языческих времен. Так, где? Прямо сразу сейчас я вам найду, и вы будете знать. А, Б, В, Г, Д. Денис. А, это... Дениса такого имени нет, а это Дионисий. Это греческое. Оно не дает перевода, это божество называлось у них. Дионис был, я знаю такой. Да. Вот, допустим, если Ил в конце, допустим, Михаил. Это означает «Бог – моя крепость». Если Илья, это, вот это «Никто, как Бог Михаил», а Илья – «Бог – моя крепость». Это еврейские имена. Вот у меня Игнатий, греческое имя, означает «неизвестный, незнакомый», а с латинского «огненный». Вопросы есть какие-нибудь? Даже по-вашему? Да. Нету ничего? Да, вроде больше нет. Ну, что, Дионисий? Да благословит вас Господь найти путь жизни. После смерти есть ад и рай. А Господь умер за наши грехи. И Он прощает, потому что на наши грехи уже ответ принесен. Покаяться и быть под благодатью. Да благословит вас Господь. Не проиграйте эту жизнь. Всего хорошего. Спаси, Христос. Веры никакой, если нету, то человек никто. Он перекати поле. Хорошо. Удачи вам. От души желаю. Да спаси, Христос. Вот успехов. Меня тут слушает иногда, говорит, у нас не та книга. Я говорю, может быть, это? Ой, во, показывает где-то. Я говорю, ну и прочитай, что написано-то. И ни один не может прочитать. Я говорю, что ж вы такие? Вы такие же, как мы. У нас церковно-славянский язык, мы столбами в храме стоим, ничего не понимаем. Да, старый, знаешь, а вы старше меня... Вы знаете, намного лучше, чем я, но я как думаю, знаете, там вера нации не имеет значения. Главное, какой человек. Если человек нормальный, это нормально. Если человек урод, это урод. Вера, от веры не зависит. Это от человека зависит. Да, такое. У меня из печати вышло 38 томов книг. И Бог положил мне на сердце подарить их в нищей библиотеке. Ну, мы прошли от Владивостока до Лиссабона из Барнаула и 6 мусульманских республик и Турцию. И в Азербайджане, в Баку, ночевали в доме Мулы. У нас там мусульмане были, все записано. И как беседовали. У них... Я сам мусульманин, старый. Ну, я веры, там ничего против веры никакого не имею. Ну, я считаю, какой человек... Ну, короче, нехорошо. Так мы когда ездили, представьте, 120 тысяч километров. Ну, мы везде, как выезжаем, молимся. Иногда так, молимся, а тут на дорогах работают, видно, что южные народы. Мы на 100% уверены, когда мы молимся, в обиду нас они не дадут. Они любят, когда молятся. Это я уже имею опыт. Они говорят, я спрашиваю их, я говорю, скажите, у мусульман самое ценное что? Ну, они разные говорят. Я говорю, вы не знаете, я вам скажу. Намаз, пятикратный намаз. А у нас, я говорю, семикратный. Молитва, когда ты с Богом, вот тогда у тебя, подруга, тебе неохота ни голову резать, ни отравлять, ничего. Ты мне брат по Адаму. Интересно. Интересно? Надо жить для Бога, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И тогда мы искупленные, очищенные, получившие рождение свыше, живем под благодатью Божией. Тогда за меч не будем хвататься, кого убить. На потолке там, на стенке. Мы ни у кого ничего не украли, все свое.
молимся Богу, благодарим Бога за все, что у нас есть. Хорошее место. Это хорошо, дедушка. Да. А как теперь тем, которые оленей пасут на севере? В юрте, с места на место переезжают. Я каждый день о них молюсь. Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить великую радость, которую Господь нам открывает через Слово Свое, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания, дарует благодать спасения. Дедушка, это Библия, да? Библия. Вот Библия, полное, притом православное издание. Полное, потому что сектанты издают на 11 книг меньше. Здоровья вам, дедушка. И вам я желаю познать Господа, спасти свою душу, чтобы не быть в аду с Богом. Если хотите узнать что-то духовное за спасение души, можете задавать вопросы. Что? Если у вас есть духовные вопросы о душе, как не погибнуть, чтобы после смерти в аду не оказаться? Вы можете задать вопросы. Мы расскажем о Христе Иисусе, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И дарует прощение по благодати.